На московском шоссе с утра запахло жареным. К продавцам шаурмой нагрянули полицейские и представители профильного департамента. Предписание убрать киоски владельцам выдали еще в 2015 году. Но они предпочли продолжить торговлю, занимая городскую землю незаконно. Сейчас вы ответите. Договор расторгнут в 2015 году. Вас обманывали. Можете обратиться в полицию по поводу мошенничества. Визита проверяющих здесь явно не ждали. Просто столько продуктов заказано, столько это беспорождений за один день, это тоже некрасиво. Владелец одного из киосков недоумевает, пытается доказать, что все документы у него в порядке. Но подчиниться закону все-таки пришлось. Продавцы спешно вывозят свой товар. Объект находится на муниципальной территории незаконно. Правоустанавливающих документов на занятие земельного участка у данных предпринимателей нет. Именно поэтому эти объекты были заактированы соответствующим образом. И сегодня будет производиться их демонтаж. У киоска по соседству с ним также расторгнут договор, демонтировали только подсобное помещение. Арендаторам пригрозили, если не разберут ларек самостоятельно, его также скоро демонтируют. Эта деятельность наносит ущерб бюджету городского округа Самара. И, соответственно, мы предлагаем вам эту деятельность прекратить и объект этот демонтировать. Сейчас на территории Самары остается больше 1000 незаконных объектов торговли. До конца года во всех районах города демонтируют больше 300. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.